счет. Ну, вот сразу же меняется, да? Сразу же меняется. На этом заканчивается сухая серия Александра Самонова. И счет матча становится 3-1. Денис Масалев, автор этой заброшенной шайбы, выигранное вбрасывание, сразу же бросок к воротам. И Валерий Брагин. Мичел это вбрасывание выиграет, сразу же бросок. Вот прямо сразу же после вбрасывания. Удобно приходит шайба к нападающему минчану. И классно он приложился, отправился в ворот Александра Самонова. Так что 3-1. И минчане разоматчили.